17 февраля. Петрозаводск. Дом бокса имени Леонида Левина. Клуб бокса «Сейд» и государственное предприятие Нижегородской области «Лидеры спорта» представляют турнир по боксу на призы президента IBA Умара Кремлева среди старших юношей 2007-2008 годов рождения. Молодые спортсмены Карелии, Нижегородской и Ленинградской областей сразятся за звание лучших. А в завершении вечера вас ждет полупрофессиональный 4-раундовый бой молодого Карельского проспекта Артемия Богдановича. Начало в 19:00.